Доброго времени, дорогие мои друзья! Хочу сделать видеообзор о электрической щетке зубной из фикс-прайса. Нашла я ее, значит, на просторах полок среди других зубных щеток. Вот, и стоит она всего 99 рублей, электрическая. Сейчас я покажу, значит, вот фикс-прайс, стоимость. Зубная щетка 99 рублей. Ультрадент. Здесь в наборе входят две насадки. То есть тут написано, что сменная насадка фирма Ультрадент. Эффективная гигиена полости рта. Долгое время работы. Бережный уход за деснами, эффективное очищение, эргономичный дизайн подходит для чувствительных зубов. Электрическая зубная щетка. Значит, итак, электрическая зубная щетка Ультрадент, жесткость щетины средняя. В комплект входят две сменные насадки. Одна вот такая вот узенькая, другая идет обычная, как у обычной зубной щетки. Это для передних зубов, видимо, это для недоступных нам зубов, то есть которые находятся вдали. Две сменные насадки, и работает она от батарейки типа АА. Батарейка в комплект не входит. Состав ручки полиуретан, состав щетины нейлон. Инструмент, значит, как пользоваться электрической зубной щеткой. Нанести на щетку немного зубной пасты, поднести ее к зубам, затем включить. Держать зубную щетку следует под углом 45 градусов, повернуть кисть и, удерживая щетку на зубах, осторожно перемещайте от передних зубов к задним. Таким образом, очистите каждый зуб в верхнем и нижнем ряду и жевательную поверхность. Весь процесс обычно занимает около 2 минут. Промойте головку зубной щетки водой и оставьте ее до полного высыхания. Круглая щетка, головка. Место крепления насадки. Встроенный моторик есть. Встроенный мотор. Вот поворотный переключатель. Изготовитель — страна Китай. Сейчас откроем ее и посмотрим. Выглядит щетка вот таким вот образом. В принципе, мне очень нравится. Ничем, в принципе, не отличается от дорогущих, которые продаются в магазинах гигиены или аптеках, которые стоят по 1500. Это ничем не отличается. Вот насадка также есть вот такого вида и вот такая. Вот она откручивается, насадочка. Так, сейчас мы снимем. Сюда вставляется батарейка. Я ее сняла и вставляем батарейку. Так. Я попыталась, значит, вставить батарейку, вставила батарейку, и вот здесь вот, вот этот вот рычажок, его нужно крутить. Он включить, off выключить. Вот. Итак, вот так вот включаем. Очень сильно вибрирует. И выключается. Также можно
провернуть. Ну, что я хочу сказать, очень хлипкая конструкция, тут все вот болтается. Тут можно посмотреть, что шатается, вот эта вот штучка отходит. Ну, гудит она очень сильно. А скорость не регулируется, скорость очень сильная, очень сильно ну, я бы сказала, по зубам очень сильно дает вот этой вот штучкой. Вот. Насадка у нас меняется, просто вытаскивается и вот таким вот образом вставляется другая насадка. И также включается. И все, вот она даже отходит. Ну, что я хочу сказать. Сейчас попытаемся ей почистить зубы. Я нанесла зубную пасту. Пытаюсь провернуть. И почистить зубы. Ну, что хочу сказать. Очень сильно вибрирует. Можно сказать, даже вырывается из руки. Настолько вибрирует сильно, что он даже вырывается из руки. Зубы чистить ей, как сказать, даже непонятно. Она просто вибрирует. Как она чистит зубы, она просто вот вибрирует и все. Не знаю, буду ли я ей пользоваться. Мне кажется, лучше обычной пользоваться. Но какое-то время можно попробовать ей. 99 рублей, в принципе. Тот, кто хочет купить электрическую себе зубную щетку, может попробовать. Но очень сильно вибрирует.